Повертаємося до студії. Радий представити нашу ранкову гостю, керівника літературно-драматургічної частини Миколаївського театру «Ляльок» Олена Антонівна на сьогодні в гостях. Доброго ранку вам. Доброго. Дякуємо, що ви з нами. І так, в першу чергу вже можна поздравляти, вже осталось дуже мало днів до самого старту сезону. З началом, з відкриттям. Надіємося, що воно буде феєричним. Уже наші колеги з телевізійних новостей Миколаївщини вже розказали некоторі моменти. Но у нас, я думаю, що є ще секрети, які можна приоткрити. А що буде новенького в цьому році на відкритті? Потому что еще и фестиваль стартует, и у вас студия детская тоже открылась. Много есть о чем поговорить, но чтобы была последовательность, наверное, начнем все-таки с действий, которые будут в начале, в день открытия, что будет в театре. Традиционно театр, Николаевский областной театр кукол открывает новый театральный сезон первые выходные октября. В этом году это 1 октября. Мы открываем сезон в 11 часов. В 10:15 на улице около театра начинаются уже праздничные мероприятия. Это развлекательная программа со сказочными героями и мастер-класс, конкурс на кращего лялькаря. Это связано с тем, что мы набираем детскую студию, мы хотим немножечко чаще и чаще говорить об этом нашим маленьким и взрослым зрителям и привлекать куклой и привлекать действием, и еще раз говорить о том, что кукла – это не только игрушка, но и уникальный друг, уникальное средство, образ. И поэтому у нас будет на улице перед театром в 10:15 конкурс на кращого лялькарика, в 10:30 в театре праздничная программа, посвященная открытию театрального сезона и открытию фестиваля. Если мы говорим о конкурсе, сейчас сразу уже, да, все вопросы. Нужно что-то приготовить с собой, приносить, или все будет на месте? Вы знаете, нет, это все будет такая легкая импровизация. Наши сказочные герои будут помогать маленьким зрителям, будет такой небольшой импровизированный мастер-класс на улице, а потом по итогам этого маленького мастер-класса состоится вот этот конкурс. Круто. Если мы двигаемся дальше, после тех действий, которые будут возле театра в 11? Дальше мы проходим в театр кукол, и там тоже встречают сказочные герои, символ нашего театра, наш морячок и другие сказочные герои. Конечно, будет интересная, развлекательная игровая танцевальная программа, посвященная празднику открытия и открытию фестиваля. Но открываем мы сезон нетрадиционно не спектаклем нашего театра, а коль у нас стартует фестиваль, открываем театральный сезон открытием фестиваля «Крышталева лялька», то и открывает наш сезон спектакль Херсонского академического театра кукол. Соседи, друзья, так сказать. «Розбійний клис та шериф-кролик». Такой себе вестерн, поэтому приглашаем зрителей любого возраста посмотреть спектакль коллег Херсонского академического областного театра. Если мы говорим в рамках фестиваля, для того, чтобы попасть на эти спектакли, что нужно? Ну, уже неделя, как продаются билеты в кассе театра, нужно купить билет. Фестиваль будет длиться 1, 2 и 3 октября. Если можно, я немножечко подробнее, потому что 1 у нас только Херсон показывает свой спектакль, а 2 октября в 10 Запорожский областной театр кукол, Аладдин та Чарівна лампа, в 13:00 Житомирский академический областной театр кукол, Казка мандрівного лялькаря. И также 2 числа в 18:00 у нас будет спектакль для взрослого зрителя в исполнении артиста из города Одессы Фауст Миндлин. Спектакль, моноспектакль «Две большие разницы» по произведениям Бабеля. Круто. Будет и для взрослой, числа... да, и для детской аудитории. Как всегда, у вас уже взрослая аудитория активнее вовлекается. Взрослая уже с нетерпением спрашивает, ожидает уже на взрослый спектакль билеты, так же, как и на детский, за эту неделю практически раскупаются. И 3 числа завершаем фестиваль, последний день, в 12 часов Кропивницкий, Кировоградский театр кукол, «Таємниця Рудого Жевжика» их спектакль. И закрывает Николаев спектакль наш «Васик Телесик», премьера наша прошлого театрального сезона в 15:00. Вот так, друзья, но более детально можете также ознакомиться со всем возле театра на афише. Хотелось бы еще сказать, что сегодня у вас есть возможность получить 2 билета. Все, как всегда, просто. Нужно позвонить нам в студию, узнаем, как часто вы бываете в театре Google, и после этого в кассе театра забрать свои билеты. Если мы говорим о фестивале, здесь более-менее понятно. Я услышал еще в сюжете наших коллег, что будут участвовать не только театры, но еще и студии. Вот этот фестиваль, он уникален тем, что у нас, мы, Николаевский областной театр кукол, стал инициатором этого фестиваля. У нас он будет первый региональный открытый фестиваль театров кукол и студии кукольного искусства. То есть, кроме того, что приезжает профессиональный театр, вместе с ними приезжает студия кукольная, детская, театральная, которая привозит. Но в этом году это презентация родного края.
Тобто презентація Житомирщини, Херсонщини, Запоріжжя, Кропивницькі. Дитячі студії привозять свої презентації. І після того, як ми подивилися виставу професійного театру «Ляльок», у фоє театру ми бачимо презентацію дитячого лялькового колективу. І ще така перлинка цього фестивалю, що професійний театр готують ляльку свою, везуть нам з свого регіону. Для того, щоб розмістити її на ляльковій мапі України. У нас прикрашати наше фоє на відкриття фестивалю сезону буде лялькова мапа України, і кожен колектив професійний передає цю ляльку на цю карту. І ми так підрахували, що за 5 років ми маємо заповнити цю мапу України повністю ляльками, які будуть завітати до Миколаєва на цей фестиваль. Круто. А якщо ми ще говоримо про вистави, які цьогоріч будуть показуватися, що новенького вже підготували для глядача? Зараз стартує фестиваль і зразу ж починаємо готуватися до Нового року. На Новий рік ми підготували французький бал, карнавал. Готуємо. Зараз вже готова сценарій, готовий цього свята. І, звичайно, йде підготовка матеріальної бази, костюмів. Будемо вражати Францією і прем'єра вистави на Новий рік «Кіточоботяг». Круто. Про студії хотілося б також поговорити, тому що ми зачепили питання студії інших театрів, але ви тепер теж можете похизуватися власною студією, яка вже розпочала свою роботу. Скажімо так, учасники студії набрані після прослуховування. Чим вони будуть вражати? Тому що я так розумію, що вони також беруть у карнавальній ході о 16-й годині, яка буде відбуватися, участь. Ну, ми приймали дітей до театральної студії аж до 24 вересня. Тому, на жаль, підготувати щось, якусь презентацію або Миколаєва, або якусь виставу ми не встигаємо на 1 жовтня. Але ці наші новобранці, будемо так казати, вже приймуть участь у карнавальній ході. Ми готуємо їм карнавальні костюми, ми, батьки готують, і разом з батьками вони приєднаються до нашого театру, і разом ми врушаємо в таку карнавальну ходу з нагоди свята, відкриття сезону. Ось так, в нас є дзвіночок, як повідомляють нам в студії. Ми готові сказати вам, наші глядачі, доброго ранку. Доброго дня. Доброго дня вам. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Дуже любив кукольний театр. Коли дітки були маленькі, ми завжди ходили в велику кишеню, там всі спектаклі пересмотрели. І от дуже уважаємо. Тоже она всегда выступала там, и всегда ее уважали, смотрели вот и любовались. Ваши фанаты сегодня звонят. Она не изменилась никак, мы очень рады. Вот так. Но... Мои внучечки ходят в кукольный спектакль, конечно. Приятно, что, скажем так, поколениями уже любите театр, любите артистов, помните, вот настоящие фанаты, истинные ценители. Вы, конечно же, получаете сегодня автоматически свои билеты. Вам спасибо за такую преданность театру. Наши гости сегодня... Успехов. Дякую. Дай Бог, чтобы театр жил долго, чтобы мы еще правнуки ходили. Дякуємо вам, вам сили і здоров'я, звичайно ж, і внуків, і правнуків приводити до театру. Залишайтеся на лінії, запишіть ваш номер телефону, вас буде можливість також забрати в касі театру на своє прізвище, свої квиточки. Ось так, як бачите, дійсно яскраве підтвердження під фінал нашої розмови, те, що театр обожнюють і вже чекають початку сезону, вам же наснаги. Ну і, звичайно ж, щоб розпочалося все яскраво і весь сезон був успішним. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.